Хочу вам показать сорт ремонтантный, который называется Prime Arc Freedom. Freedom. Наверное, если брать по английскому, то будет на первую букву уклонение, то есть будет Freedom. Вот, он тоже не колючий. Вот, если брать по количеству, у меня, конечно, он один, но по корневой мы видим, что аж на 4-5 штук вылезло. Я, естественно, даже сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук у меня есть отростков. В любом случае я его буду отсюда отсаживать, то есть буду размножать. Но у этого сорта привилегия в том, что он, по идее, должен плодоносить на тех ветках, которые вот сейчас растут. Он должен подрасти до сентября месяца, уже должны быть ягоды. В этом преимущество, то есть его на зиму не обязательно укрывать. Хотя некоторые говорят, чтобы иметь двойной плод, то есть на ветках прошлого года и на ветках будущего иметь плоды, надо то, что есть, укрыть. Я, конечно, если вы видели мои видео, укрывал в стоячем положении, но это неправильно. Нужно обязательно его ложить, всячески стараться положить в землю и накрыть, тогда он не будет отмерзать. В этом году буду так пробовать, именно в землю ложить. Не буду стояком стоять. Все достигается опытным путем. Информация в интернете, конечно же, есть, но иногда ее недостаточно. Поэтому приходится все это проходить самостоятельно. Ну, естественно, показывать. Кому интересно, конечно же, увидит. Может быть, моих ошибок повторять не будет. В общем, так вот выглядит на сегодняшний день сорт Prime Arc Freedom. Prime Arc Freedom. Все-таки правильно.